Аплодисменты Елене, и мы дарим ей приз! Компания «Теле2» устроила для горожан настоящий праздник. Новый офис открылся в самом центре Уссурийска, доме «Быта Экспресс». Политика доступности компании, самые низкие цены и шаговая досягаемость для клиентов. И действительно, сим-карты «Теле2» можно купить везде. Мы делаем все для того, чтобы быть максимально доступными для жителей города Уссурийска. Также нас можно найти и в отделениях Ростелекома. Плати меньше за свои слова. Честность, политика, Теле2. Лозунг сотового оператора. В 2015 году в Уссурийске проведена работа по улучшению покрытия сети и качества связи. Благодарные клиенты тому подтверждение. Я говорю Западом со своими родственниками. Я специально в том году приобрела сим-карту Теле2. Говорят, что там дешевые звонки, интернет, поэтому решили попробовать. Теле2 продолжает смело шагать по просторам Уссурийска. В нашем городе уже несколько десятков точек, где продают сим-карты компании. А фирменных офисов совсем скоро будет еще больше. Подключались к Теле2 вместе с уссурийцами Дарья Колотилина и Анатолий Молчанов. Телемикс.